Я вожатый. И это значит, что я мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, старший товарищ и друг. Что я знаю где, когда, что и зачем. А что значит быть вожатым? Вожатый – это не просто работа или профессия. Мы не работаем по выверенному графику с 8 до 5. Мы не оставляем работу на работе. Быть вожатым – это полночи придумывать самые веселые игры и самые душевные свечки. Быть вожатым – это на крики детей «хотим футбол», упасть на траву вместе с ними и кричать то же самое, чтобы они увидели себя со стороны. Быть вожатым – это уметь играть в баскетбол, пионербол, Элли, взрывных котят и знать, как делать сквиши и слаймы. Быть вожатым – это не обижаться на слова «рофлить», «форсить», «флексить», а самому чилить с детьми после занятий английским языком. Вожатый очень изменился за последние десятилетия. Сейчас мы – это хранители детства, хранители добра, хранители детских снов и шалости, и, конечно же, души. Каждый ребенок, встречающийся на нашем пути – это мир. Огромный, глубокий. Со своими оврагами, морями и темными пещерами. И задача каждого вожатого – это быть маяком там, где другие не могут, быть светом там, где ребенку одному не пройти. Вожатый встает раньше всех, чтобы прийти будить детей мыльными пузырями и музыкой. Вожатый знает, как лучше всего приклеить облако на отрядный уголок. Вожатый знает, что если кричать на футболе мальчикам, что они непобедимы, то они точно победят. А если нет, то объятия от девочек самые уютные и поддерживающие. Вожатый знает, что после обеда лучше всего спится, а после полдника самое лучшее развлечение для первого отряда – это качели, ведь единичка тоже маленькие. Вожатый знает, что ты злой не потому, что ты такой, а потому, что тебя обижали. И в лагере ты сейчас получаешь только любовь. Много любви. От каждого. А еще вожатый знает, что объятия – это самое искреннее проявление любви, и знает, что перед сном даже взрослые парни любят обниматься. Вожатый знает. Вожатый любит. Быть вожатым – это значит любить не за, а несмотря на любовь.